Я решил уже на ночь глядя записать еще одно видео с фонариком. Значит, что у нас здесь было? Клини стояли кверх ногами, из-за этого все люфтило. И, в общем, все было плохо. А рулевая, конечно, разбитая. Это вообще все печально. Самый прикол в том, что у нас в раме ХВЗ стоят 26 колеса. И смотрите, как работает трещотка. Просто. То есть это внутри трещотки хрустит песок. Как будто, знаете, деревянные колеса. Вот. Ну и, конечно, у нас еще покрышка бьет. И, конечно, рама у нас еще кривая. Смотрите, какая у нас геометрия замечательная. То есть, если у нас снизу там зазоры одинаковые, я надеюсь, вы мне поверите, я не знаю, подлезу я, не подлезу. В общем, снизу зазоры одинаковые, сверху у нас зазоры вот такие разные, и трещотка работает просто. Человек ко мне приехал, говорит, это нормально. В общем, по красоте, велик по красоте. Зато грипс, кстати, понтовый, смотрите, какие необычные такие длинные грипсы. Здесь вот вынос. Здесь вынос стоит, наверное, дороже, чем весь велосипед. Такой, и еще велокомпьютер стоит. Короче, классный велик. Сидушка тоже крутая. Вот. Но, к сожалению, на 24-х колесах тут все получается. Человек говорит, я еду, говорит, у меня, говорит, до земли остается сантиметр. Сейчас я его даже сниму. Сейчас я даже его сниму, просто вам покажу. Опа! Сколько здесь до земли-то остается. Смотрим, значит. Опа, извиняюсь за такое качество съемки. Ну, как получается. Опа, смотрите, зазор до земли. Короче, сантиметра 3. То есть пяткой можно расшибить себе все, что угодно. Не ставьте 26 колеса, 28 рамы.